прибыла сегодня на ремонт бошевская мясорубка. Довольно-таки очень получила поширенное у населения. Удачная моделька, в принципе. Очень многие купили ее. И интересная поломка такая. Она включается, 2 секунды работает и отключается, смотрите. И точно так же, если мы ее включим, она снова запустится. Заглохло. Выключаем. Включаем. Ну, это однозначно не кнопка. Вот смотрите, можем замкнуть контакты. Не она. Легкого, в принципе, ремонта не будет. Постукивание ничего не дает. Это там какой-либо непропай отсутствует. Потому что если снова включить, выключить, запускается. То есть будем искать какой-то элемент, который... Ну, цикаво, цикаво. Может быть, этот транзистор, семистор, основной. Так, ну что, пришлось разбирать. Вот разобрал верхнюю крышку. Здесь оно совмещено, редуктор и плата управления. Исходя из опыта, скорее всего, машинка выходит в защиту. По той причине, что... Нас интересует вот эта деталюга, вот такая, очень похожая на резистор. Но здесь, если его разобрать, этот корпус, то там будет, по-моему, ферритовое колечко и намотана обмотка. Ну, он, то есть, как дроссель. Это не резистор, а как дроссель. И он должен прозваниваться. Там намотка с тонкой проволоки. Так, сейчас. И вот дросселек этот не прозванивается, не звонится. Так, что, сейчас поищем как запчасть, либо я не знаю. Ну, короче, вот этот дросселек, вот он стоит возле вот этого магнитного колечка. Он считывает обороты. Вот, и получается, он не видит оборотов, и машинка уходит в защиту, вот так вот. Сделано это как плавный пуск, чтобы не рвать редуктор шественнее, а развивать постепенно. Так, ладно, будем решать этот вопрос как-то. Ну вот, я попытался выпаять, и получается, у меня контакты остались на плате, а дроссель, вот я его уже, краску эту почистил, вижу здесь намотка тонкого провода, и вот верхний вывод присутствует, а нижний отсутствует. Ну то есть здесь, вот так вот, скорее всего, брак был заводской, потерялся контакт. Блин, может быть, можно было, конечно, вот так вот, если было сверху прижать, и, наверное, было бы, может быть, появился бы контакт. Но это все такое. То есть, сейчас я не знаю, что попытаться это все счистить и взять, намотать тонким проводом, ну, вот так, сколько сейчас есть, и столько же намотать. Я думаю, что должно получиться. Но такого дросселя, я как запчасть, я не нашел что-то. Так, чисто теперь тело ферритовое чистенькое, готово к намотке проволоки. Вот это столько проволочки, вот такой диаметр. Сейчас будем пытаться что-то, вдруг получится у нас намотать сюда и запустится. Так, намотал 6 слоев, вот такой довольно-таки толстой проволоки, шаг в шаг. Сейчас соберем. Посмотрим, будет результат, не будет. Так, редуктор собрали. Плату силовую закрепили, что? Теперь основное, блин, протестировать, получилось ли у нас. Есть ли у нас положительный результат. Ну, отлично, ребята. Вот так вот спасли бошевскую. Она, в принципе, вообще, ну, видите, монтажная плата, там, якорь, все чистенько, мало проработала. Ну, скорее всего, так вот, от вибрации контакт потерялся. Ну, вот так вот мы спасли. То есть, что?
Так, либо такого датчика, я же говорю, не нашел на просторах YouTube, интернета. Пришлось бы покупать целиком всю плату управления. Это по денежка стоит. А так мы вот этот датчик оборотов реставрировали. И не надо там такую меленькую. Нормально вроде бы все работает. Просто такую мелкую мне уже тяжело будет мотать. Ну так в 6 слоев намотал, виток к витку и все, и запустилось. Так что было полезно данный видос. Поставьте лайкос, пускай продвигается на просторах YouTube. А вам удачи в ремонте. Всем пока-пока.